Получается, знаете, что произошло в России? Вот я проехал по многим городам, здесь же большинство людей так не ездит, как я. И я вам должен сказать, рейтинг у нашего президента сохраняется, рейтинг, а уважение падает. Потому что это разные понятия. Это для телевидения важен рейтинг, а для людей важно уважение. А у них там, слышь, у них там все, как у нас на зоне. Че ты ха-ха, все из-за бабок. Вон кремлевская братва колонулась на питерских пацанов и московских. Ты понял? Ну ты понял? Ну московские пацаны, те, которые еще при царе Борисе. Ну ты понял? Такие бабки наколбасили. Ты че? Ты бы узнал, у тебя бы уши с тапочками срослись. Отвечаю. Отвечаю, чтоб мне на тайландской штангистке жениться. А питерские, слышь, питерские, это которые хотят у московских вымутить бабки. Отвечаю, что мне с пьяными финнами в одном купе целую ночь ехать. Все по понятиям у них, там все как у нас на зоне, у всех кликухи. Московские пацаны питерскому пахану кликуху дали. Колокольчик. Ну а что, звенит красиво, толку никакого. То ходока зашнурует, то березу нагнет. Ну че ты ха-ха, а толку? В Чечне влипалово по самые абрикосы, ты понял? Учителей врачи обустили ниже уровня пейджера. У вояк лица уже в люк танка не входят, ты видал? Ушами за дуло цепляются. Московские пацаны даже, слышь, вот... Полная несрастуха с питерским паханом была. Питерский пахан им предъяву по всем понятиям вынес московским браткам московским. Мол, где казна, которая от царя Бориса осталась? А те ему по понятиям. Вот она, на бюджет намотана. Я тебе отвечаю, у них все как у нас на зоне. И все по понятиям, все из-за бабок. Слыхал, что? Чё брякнул перед выборами самого себя колокольчик? Мы должны сделать Россию. Ну, по понятиям, сделает, отвечаю. Чтобы мне всю жизнь сдохшего тамагочи кормить. Поэтому у него уже кликуха не колокольчик. Ему питерский другую кликуху дали. Мальчишки-бальчиш. Ну, ты понял, потому что летят самолеты. Привет, мальчиш. Уйдут пароходы. Привет, мальчиш. Ну, ты понял. А кто без привета, к тому сам мальчиш придет. Ты понял. С приветом, утюгом и пистолетом. Отвечаю, что у меня на новогодней елке одни медицинские свечи горели. Че, ха-ха, вон уже весь мир на зоны колонулся. Так в открытую говорят, еврозона, ты понял? Это зона, которую евреи придумали. Ну, главных авторитетов 8, их сходняк – большая восьмерка. Валютный фонд, общак. Кто бабки не отстегивает, тут же все будет забомбить. Для таких наездов специальная бригада есть – НАТО. Секретная расшифровка, наезд авторитетов и тухлых отморозков. А чё ты ха-ха, вон иракские пацаны лишнее возбухали о себе. Тут же ихнего пахана Агдам Сухейна выловили, в курятник опустили, слезы на анализ взяли, установили он. Теперь устанавливают, кто он. Все по понятиям. Главный в этой бригаде америкосы-гундосы. Слышь, ты у ихнего пахана кликуху слыхал? Третий. Российские кореша прозвали. Третий, мол, третьим Буш. А америкосы другое погоняло прилепили. Бублик. Слышь, ну ты помнишь, она даже когда ел, бубликом подавился. Слышь, ну это с мечтой о каких бабках надо жрать, чтобы подавиться бубликом, а? Ну что, ха-ха, ты видал, он даже теперь, когда по телеку молчит, у него как будто дырка от бублика застряла. Будто удивляется, что российские кореша на меня в обиде затаились. Че, после того, что он в мире наделал, он нас в России, наш российский доллар падать начал. Ну ничего, ему тоже глаз на евро натянут. Я отвечаю, чтобы мне Майкла Джексона без грима на рентгеновском снимке увидеть. Потому что у них все по понятиям, у всех кликухи. У белорусского пахана кликуху слыхал? Чиполлино.
Лукашенко, Чиполлино. Все как на зоне. На востоке китайская братва подтягивается. Они перми солнце встречают, их погоняло солнцевские. А у французского погоняло. Слыхал у французского пахана? Ширяк. Ширяк ширяется. Да. А еще нюхач есть. Нюхач. Это новый армянский президент. Нюхач. Че ты ха-ха, че? А у царя Бориса новая кликуха – зонтик. А он как зонтиком укрыл племешей, внучат. Ой, ты че, они скинулись, видал? Евроремонт зонтика провели. Вот ты зонтик видал, как новенький. Слушай, глаза как галогенки горят, зубы тефальты всегда со мной. Ты сам ходит, сам говорит. В натуре персик в самогоне. А Беню знаешь, Беню? Ну, Ладана. Но он из Одессы, Беня, ты чё? Кликуха в миру небоскребнутый. Ну, точняк, как на зоне, в натуре, в погоне за его бабками америкосы уже пару стран урыли в лохмотье, слышь? А Беня забурился, как гнида в портмоне, слышь? И только малява им шлет, мол, я вас всех на детонаторе вертел. И не видать вам моих бабок, как бомжу педикюра. Короче, ты понял, все по понятиям, все из-за бабок. А мы для них, вот мы все, мы для Бени, колокольчика, царя Бориса, мы шлыта. Лохотрон для параши у голосования. Не, слышь, лохотрон у параши для голосования. Ты не понял, медленно говорю, голосование. Ты понял? Ну так. А знаешь все почему? Потому что рожденный брать давать не может. Понял? И не надо лохматить бабушку.